Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова и мой канал «Заработок в интернете». Значит, в воскресенье я делала видеообзор по проекту без вложений по зарубежному боксу ADS Blue. Я покупала членство и ставила на вывод $8 максимальную сумму. И с учетом комиссии 7,84 мне должно было прийти. Так, значит, проект платит, все замечательно. Денежка мне пришла. Значит, переходим на почту. Сначала я еще даже не открывала письмо. Вот при вас в первую очередь приходит письмо вот такое, ADS Blue, где здесь оговаривается, что так, ваша просьба выплаты 7,80 была переработана. Ну, в общем, благодарят и все такое, да? Далее перехожу. И вот Payr теперь. Ну, Payr у нас тоже берет комиссию везде и всюду. Он обдирает нас. Значит, 7.76 USD. Значит, 11.09.18 года. Сумма 7.76. Комментарий. Пожалуйста, пост платежного доказательства на форуме. Спасибо, ADS Blue, администратор. Так, проект платит, все замечательно. Переходим. И самое важное, нужно оставлять платеж. Если вы сделали первый вывод, и вы не сделали, как бы не поместили вот на форум, вот нажимаете, попадаете на форум, то вам второй платеж, пока вы не опубликуете, не придет. Я об этом знала, но я об этом забыла. Да мне уже напомнил мой партнер. Молодец, спасибо ему. Вот. А так бы я ждала и ждала. Вот. Понимаете? Нужно вот сюда. А это. Вот я уже пошла на почту. Перелопатила не на почту, а на кошелек. Весь кошелек перелопатила. Пока нашла я этот платеж, уже сделала скрин и вот сюда я опубликовала. И еще учитываем, ребят, выходные. Они, походу, субботу и воскресенье не платят. Вот у них выходной. Вот. Понимаете? Так, ну с этим разобрались. Так. Так, аккаунт. Еще раз повторяю, здесь очень тяжело работать. Вот у меня уже на мой баланс $4. Вот. Вот теперь мне, я как бы, да, ну вот у меня членство, да, куплено. Теперь следить только за балансом. Вот у меня будет еще $5 сегодня уже к вечеру. Я эти $5 уже сразу переведу ровненько на $5 на прошлый раз за баланс, чтобы они у меня здесь. И все. И далее я буду работать на вывод. Минимальная сумма на бронзе $5, максимальная 8. Вот. Так, ну что, кошельки я уже сегодня, естественно, все просмотрела. Да, еще хочу по поводу сказать. Сейчас вот у меня все просмотрено. Вот этот трафик грид я тоже все проклюкала. В этот раз мне ничего, удача, так скажем, не улыбнулась. Вот 30 раз. И вот теперь я сижу вот здесь. Здесь до бесконечности. Насколько у вас хватит терпения. Вот я работаю. Вот здесь не вздумайте работать с телефона. Я попробовала, думала, как бы с другого устройства. И они предупреждают, у вас выйдет табличка такая, что с телефона. В общем, своими словами, вы посадите телефон. Вот так, если будете клюкать здесь с телефона. Здесь надо как бы компьютер, да и помощней. Я работаю на двух компьютерах. Вот, понимаете, поэтому я и набираю. Потому что если бы я вот так клюкала на одном компьютере работавши, у меня вот этого бы не было. Я вам говорю еще сотый раз, это очень тяжело.
Вот. Если у кого есть возможность, пожалуйста, работайте. И что еще по поводу рефералов? Реферальные здесь мизерные, так что можете работать без приглашений. Вот они у меня как тут висят, так и висят. Мне, знаете, как говорят некоторые, а вот на рефералах, там вот зарабатываете. Да нифига подобного здесь такого нет. Можете работать, если есть желание, есть терпение. Пожалуйста, работайте. Вот, и клюкайте. Приглашать тут как бы... Может быть, я не знаю, вот у меня бронза. Если вы, может быть, купите там золотое членство или какое там еще членство, апгрейд, там, может быть, и будет иметь значение, да, реферальные. Потому что чем выше... Вот, потому что как... Вот, голд, да. Может, там и имеет. Мы все понимаем, что онлайн-бизнес строится на приглашениях. Правильно? Вот. И по-другому никогда не было и быть не может. И не будет. Вот. Ну что, в принципе, проект платит. Хотите работать? Работайте. Это уже на ваше усмотрение. На этом все. Всем удачи, до новых встреч!